Республике нужен кардиососудистый центр. В Якутии с каждым годом увеличивается смертность населения от болезней системы кровообращения. Только в 2015 году было зарегистрировано на 19% больше таких заболеваний, чем в 2014. В прошлом году в Якутске на базе двух республиканских больниц было проведено 683 операции. За пределы республики в федеральные кардиологические центры было направлено 437 пациентов. В связи с наметившимся ростом заболеваемости болезнями системы кровообращения и отсутствием специализированного учреждения, кардиологи ставят вопрос строительства второй очереди республиканского кардиологического диспансера, где будет возможно оказание в наиболее полном объеме высокоспециализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году мы завершили проектные работы, произведена государственная экспертиза, подготовлены достаточно квалифицированные кадры в области кардиологии, кардиохирургии. И необходимо вот в 2017-2018 годах решить вопрос о начале строительства и изучив все возможные источники финансирования от государства частного инвестирования до привлечения федеральных средств.